В красном трико Ахмат Галаев, Республика Дагестан. Борец 2005 года рождения, имеет первый спортивный разряд. Тренируется под руководством Али Искакова и Гамзата Абасова. Борец в синем трико Алихан Ашинов, Кабардино-Балкарская Республика. Спортсмен 2006 года рождения. Кандидат в мастера спорта. Тренеры Арсен Абрегов и Хасанов. Молодец. Чигана тоже там, да? Молодец! 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 Все, Таджуа! Таджуа! Все, молодец! Молодец, красава! Молодец! Thank you.
Да, в этой напряженной схватке одержал победу и стал победителем первенства России среди юношей 2021 года по вольной борьбе. Борец в Синтрико Алихан Ашинов, командир Кабардино-Балкарская республика.